работа над собой – это развивать в себе эффективность. Эффективность, развитие в себе эффективность означает развитие в себе творческой энергии. Даже в работе над собой нужна творческая энергия. Кому-то больше нравится работать над собой в одном ключе, кому-то больше нравится в другом, кто-то больше любит вот так молиться, кто-то больше так. Надо найти в себе эффективность. Вот в чем твой путь, где тебе нравится, как ты должен работать над собой. Найди это в себе, найди то, что тебе интересно. Кто-то любит молиться, куда-то ходить в храм, кто-то любит дома, кто-то любит под музыку, кто-то любит вместе с голосом святого человека, кто-то наедине в тишине, кто-то в команде людей. У всех все по-разному. Найди себя. Найди, где тебе больше нравится, как тебе подходит духовной практикой заниматься. Найди себя. Кто-то взбадривается закаливанием, кто-то зарядкой, кто-то пост кому-то помогает. Кто-то дыхательные упражнения надо делать, чтобы активизировать себя. Кому-то свежий воздух, кому-то, наоборот, тепло. Кому-то покой, кому-то, наоборот, там громкое пение и так далее. Найди себя. Сделай так, чтобы ты чувствовал радость, и у тебя все получалось. Ищи. У каждого человека свой метод в работе над собой. Это называется раскрытие своего предназначения, своей эффективности. Например, мужчина эффективен, когда он развивается в обществе. В буквальном смысле слова становится все развитие и развитие в обществе. То есть он в обществе становится все более сильным. Для мужчины это эффективно так жить. Влиять на других людей, становиться более влиятельным человеком. Более крутым. Для мужчины такое развитие эффективно. Становится сильной личностью в обществе. В каком направлении? Выбирай сам. Есть куча направлений. Но если ты эффективным стал, тебе хорошо будет жить как мужчине. Но женщина развивается не в обществе. Женщина развивается, влияя на общество, пытаясь ему понравиться. Если мужчина доказывает свою силу обществу, то женщина вдохновляет общество. Она показывает обществу себя. Женщина должна выглядеть эффективно для общества и внутри, и снаружи, а мужчина должен доказать, что он эффективен. Ему не надо никак выглядеть. Мужчине надо одеваться красиво, чтобы доказать, что он эффективен. Ну, в какой-то степени, конечно, не надо приходить неряхой никуда. Но как бы главное это для мужчины – это развиться, быть влиятельным, сильным. Женщине надо быть гармоничной в обществе. Некоторые женщины качаются там гантелями, пытаются быть сильной. Доказать мужикам свою силу. Ну, не нужна от женщин никакая сила. От женщин что нужно? Ласковый взгляд, гармоничность, нежность, доброта, заботливость. Очень эффективно влияет на людей такое женское поведение. Это эффективно для женщин такой быть. Нежной, ласковой, внимательной, культурной, воспитанной, чистоплотной, заботливой. Очень эффективно и влиятельно такой женщине быть. Она должна к этому стремиться, развиваться в этом направлении. Мужчине очень важно быть ответственным, сильным, смелым, стойким, разумным, конкретным, храбрым и так далее. Вот представьте, женщина решила быть сильной, смелой, крепкой, храброй, конкретной. Тоже может получиться у женщины. Она может подойти к мужику и сказать: «Молчать, я сказала! Делай так!» Как я с таксистом еду домой, он такой говорит: «Слушай, говорит, вот ты там работаешь в этом медицинском центре, ты, наверное, знаешь, я вот свою дочку хотел в бокс отдать, потом передумал.
решил отдать в аэробику. Они сказали, что тоже там боксу ее научат. Я говорю, зачем бокс-то? Он говорит, да мальчики пристали, говорит, ну, страшно за девочку. Я говорю, так девочка не должна просто ходить в те компании, где мальчики такие плохие, и все. Она, да, в этом ее защита, что она не ходит туда, где плохие мальчики, в этом защита. Он не понял меня. Говорит, да сейчас везде одинаково. Я говорю, ну какой выход? Он говорит, ну выход простой. Вот мне товарищ рассказывает, девушка идет, к ней два паяных пристали. Она прямо, знаешь, она несла в это, видно, продукты в сумках. Она даже не стала их класть, она ногами их уложила и пошла дальше. Ну тоже нормально, как ногами уложила, пошла дальше. Вот. Ну то есть шпильками их там попротыкала и пошла дальше. Вот, тоже нормально, но это не, ну, для женщины неэффективно, потому что у женщины в психике очень много страха. Ладно, если это не испугалось, но вообще женщины склонны бояться в этой ситуации. И страх парализует их активность. Может, она и может шпильками мотнуть, но у нее как бы не хватает силы психической. Так устроена женщина. Поэтому, но у женщин зато есть сильная интуиция. Способность понимать, куда ходить, а куда не ходить. Вот это для женщины гораздо более эффективно. Понимаете, о чем я говорю? Если женщины знают, куда не надо ходить и когда не надо ходить, они легко решают эту проблему. А мужчина, он, ему трудно знать, куда не надо ходить, ему надо уметь шпилькой дать в лоб иногда. Ну, своей уже, мужской. Ну ладно, это как пример. Каждый человек имеет свою эффективность в жизни.